Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами таро-прогноз, карта дня на 6 марта 2024 года. Давайте с вами посмотрим, какой это для нас день, что он нам принесет. Тайм-коды я напишу ниже под видео в описании. Итак, 6 марта. Общая карта дня. Маг. Хороший день для реализации. За что бы вы ни взялись, у вас будет все получаться. Прилив сил, энергии, желание договариваться, желание действовать. Вы захотите блеснуть, проявить свои таланты, свои способности. Хороший день для, скажем так, проведения каких-то общественных мероприятий, да, как для выступления на публику. Улучшение ваших способностей, что в позитиве, исполнение желаний, чувства, любовь, надежда, вера, какие-то приятные события, что в негативе, подлость, злые какие-то могут быть поступки, окружение, да, то есть люди, которые вас окружают, могут, допустим, строить какие-то коварные планы по отношению к вам, ну, или относиться к вам нехорошо, при том, что вы к ним как-то открыто, со всей душой, а они, ну, нехорошие для вас. То есть, скорее всего, что это люди, с которыми вы можете работать, допустим, взаимодействовать как-то, это люди, которые вас окружают. Но это в негативе, да, то есть это не обязательно, что так оно будет все, да, что у всех такая ситуация будет, то есть у кого-то может проиграться. На что следует обратить внимание? На то, что возможен какой-то обман, хитрость. Кто-то захочет воспользоваться тем, что принадлежит вам. Кто-то захочет украсть вот эту золотую рыбку. Это может быть как плагиат какой-то, да, или кто-то будет пытаться вам подражать. Вот вы на это должны обратить внимание, на этих хитрецов и подлецов. Так, что в личных отношениях? В личных отношениях спокойствие, да, то есть здесь нет каких-то, скажем так, перемен, но все как-то идет планомерно, тихо. И скорее всего, что да, какая-то пауза может быть. Вот в развитии отношений нужно что-то подождать. Восстановиться нужно, да, как восстановление какое-то должно быть. Так, что в работе? В работе исполнение желаний, удовольствие, приятное общение. Но здесь вы сможете блеснуть. И вот скорее всего, что, знаете, некоторые люди будут пытаться вас как-то за это загнать в угол, то есть кому-то не нравится то, что у вас все получается, то, что все вам как-то удается. Какой-то день для поиска работы, хороший, ищите. Как пройдет запланированная встреча? Пройдет хорошо, здесь дорога, да, здесь какая-то дорога, развитие какое-то, продвижение вперед, скорость, да, что-то быстро будет. Какой-то день для покупок хороший, покупайте. Можно ли давать деньги в долг? Да. Можно ли брать в долг? Да. Можно ли брать в кредит? Да. Общий совет карт. Делайте выводы, исходя из вашего опыта. То есть, ну вот, опирайтесь на тот опыт, который вы уже имеете. Договаривайтесь, не действуйте в одиночку, действуйте сообща с кем-то. И послание фей. Осень. Осенью все сойдется, и вы соберете обильный урожай. Вот так. Давайте будем смотреть дальше. Так, Овны, карта дня для вас. Овны.
для овнов какая-то перемена, трансформация, что-то будет важное, связанное с какими-то документами, с как законом каким-то, требованием каким-то, контролем. То есть что-то в вашей жизни поменяется, так как было раньше, уже не будет. И здесь, знаете, вы как улучшите положение ваших дел. Единственное, что да, вот это улучшение может прийти в том случае, если вы будете действовать вот по совести, вы будете действовать правильно. Вы можете на что-то рассчитывать, да, то есть вы как будто здесь действуете не самостоятельно, то есть в вашем окружении может быть человек, с которым вы будете договариваться и как-то совместно проходить что-то. Но в целом хороший день для реализации, для того, чтобы поменять что-то в своей жизни. Документы, да, то есть тут могут какие-то документы быть готовы или как вас оповестят о чем-то. В чем сила овнов? В том, что вы с легкостью можете что-то, знаете, как-то отпустить. Так. Совет. Ну вот мне кажется, что здесь по какому-то поводу вы поменяете точку зрения. То есть вот нужно быть совет, да, более гибкими. Дальше. Тельцы. Карта не для вас. Так, ну для тельцов, смотрите, тут будут важными вопросы, касающиеся здоровья. Может быть, может вы будете консультироваться с врачом, допустим. Что-то будет связано с определенным развитием, с деньгами. Что-то будете решать, о чем-то договоритесь. Медленное, но верное развитие. Здесь идет планомерно, вы будете продвигаться вперед. Спешка вам не нужна, то есть делайте все добросовестно. Дела какие-то, да, работу какую-то выполняйте. Хорошо. И смотрите, тут вот вам нужно, знаете, как-то больше, мне кажется, вот уделять время себе. То есть вы должны что-то сделать для себя такое вот, то, что давно хотели, но все никак не получалось, да, вот что вы все время как-то откладывали на потом. И вот пришло время как раз вот этим и заняться. Дорога, да, вас может ожидать дорога, перемена какая-то. Может быть, к вам кто-то приедет, или вы совместно с кем-то будете ездить, будете решать вопросы с казенным человеком. Так, ну, здесь появится ключ. Ключ к решению какого-то дела, вопроса. Но вот этот ключ есть у вас. Вы можете договориться. Вы сможете договориться и получить желаемое. Будьте активны, будьте смелы и действуйте. Близнецы, карта не для вас. Так, ну для близнецов здесь перемена. Что-то в вашей жизни будет меняться. Знаете, как-то завертятся события. Вас как будто закружит какая-то карусель. И будет такое впечатление, что вам не хватает времени. Вы как будто не успеваете все вовремя делать. Так, здесь может быть какой-то контроль. То есть кто-то может от вас что-то потребовать. И вам придется, знаете, как-то себя отстаивать. Отстаивать свои интересы. Но в целом человек этот будет к вам настроен доброжелательно. Какой-то мужчина, вполне вероятно, что вы будете иметь с ним какие-то дела. Сила ваша в стабильности, в собранности. Давайте посмотрим совет. Защищайте ваши интересы, защищайте ваши личные границы.
Раки, карта дня для вас. Ну, здесь какая-то конкуренция, перемена, да, в вашей жизни будет перемена. Я вам скажу так, что какой-то период беспокойства, ну, вот вы его отпустите, да, то есть вы поймете, что вот есть что-то в вашей жизни хорошее, не следует зацикливаться на какой-то конкурентной борьбе, там, с кем-то спорить, кому-то что-то доказывать, не надо. Вы будете действовать как-то иначе. Обособленно, да, то есть вот вы выберете свою какую-то методику и будете работать, что-то делать, выполнять, то есть, но уже вне какой-то конкуренции. То есть вы будете уверены в себе, в своих силах и в своих возможностях. Да, вы почувствуете силу рода, то, что вот как будто вас оберегают. В чем будет ваша сила? Сила ваша лично заключается в том, что у вас есть ключ к решению чего-то. Ключ к этому замочку, который, с помощью которого откроется эта дверь. Все. То есть вы, в принципе, действуете правильно, согласно тому, что вот вам нужно. К чему вы стремитесь? Берегите вот то, вот, знаете, берегите свою какую-то искру, вот свое желание. То есть вот не дайте другим как-то на вас повлиять. Львы, карта дня для вас. Для львов будет на первом месте работа, общение с некой женщиной или сотрудничество с некой дамой. Но вы здесь получаете свой интерес, она вам может предложить что-то такое интересное, ценное для вас. И вы будете довольны. Но, в принципе, тут важную роль будут играть какие-то ресурсы, деньги. Вы будете заняты. И у вас все будет получаться. Скорее всего, что эта женщина является вашим другом. Это человек, на которого вы можете рассчитывать. Может быть, здесь совместный какой-то бизнес будет, о чем-то будете договариваться, сила ваша в открытости. Совет. Работайте. Работайте, занимайтесь тем, что вот является вашим, поистине вашим. Девы, карта дня для вас. Девы. Так, ну здесь какой-то новый путь, обнуление, что-то новое в вашей жизни начинается. Вы как-то по-другому посмотрите вот на свою жизнь, на тот опыт, который у вас уже есть. И я вам скажу так, что здесь какая-то дорога, какая-то перемена в вашей жизни будет. Но это то, что вас будет радовать, у вас будет все получаться. Единственное, что да, вы должны все-таки идти своим путем, потому что тут могут... По ходу того, как вы будете продвигаться вперед, да, тут могут появляться люди, которые будут вас... Я не могу сказать, что пытаться там сбить с толку. Нет. Нет, нет. Но они будут навязывать, может быть, что-то свое. Или как-то будут пытаться вам что-то советовать. Вы должны понимать, что вы сами как бы знаете, что вам надо. Поэтому ориентируйтесь больше на себя. Вас ожидает благополучие. Сила ваша в том, что вы можете руководить вот этим кораблем, вот этим средством передвижения, допустим, или вы составляете какой-то маршрут, что вы берете на себя прежде всего ответственность. Вот в этом ваша сила. Уделите внимание родным, да, то есть если к вам кто-то обратится за помощью, за советом, вот тогда не отказывайте, но не позволяйте вам навязывать что-то в этот день.
Весы, карта дня для вас. Для весов будет играть важную роль некая женщина, да, королева жезлов. Это женщина такая интересная, сильная, целеустремленная, достаточно такая своенравная. И вот здесь будут у вас с ней какие-то дела. Что-то вы будете решать, о чем-то будете договариваться. Вполне вероятно, что дела будут касаться каких-то документов, каких-то бумаг, какой-то деятельности. Да? То есть, может быть, здесь будет речь идти о совместной какой-то работе. Да, какое-то у вас может быть дело, то есть чего-то вы начнете и вот будете чем-то заниматься. Но это какое-то дело будет для вас продолжительное. Сила ваша заключается в том, что вы можете, знаете, как-то контролировать себя, то есть вы соблюдаете определенную дисциплину. Не показывайте людям ваши истинные эмоции. Меньше знают, крепче спят. Скорпионы, карта дня для вас. Так. Скорпионы, будьте, во-первых, аккуратны в каких-то организациях, в каких-то помещениях, потому что тут вполне вероятно, что может быть какое-то воровство. Да, в вашем окружении могут быть люди, которые попытаются что-то украсть. Поэтому будьте внимательны, следите, как говорится, за вашим кошельком. Дальше. Тут в то же самое время вы сможете избежать какой-то ситуации. Нехорошая ситуация, но вы прислушаетесь к интуиции. То есть такое впечатление, что вы как избежите, выйдете сухими из воды, избежите чего-то нехорошего. Так, что здесь еще? Прорыв. Прорыв в каких-то делах. Но смотрите, я так думаю, что здесь как будто будет... Знаете, как момент того, что люди, которые вот вам вредят, допустим, вот как будто их призовут к ответу. Как-то так. Что-то может быть, не знаю, у каждого по-разному может отыграться, но вот такое впечатление, что люди, которые вас обижали или обманывали, или еще что-то, то есть их как будто призовут к какому-то ответу. Да? То есть вот, как плеткой, ну... Метод, будут разбираться методом кнута и пряника. Но это будет что-то такое, как не от вас зависящее. То есть вы не будете принимать в этом какого-то участия. То есть так сложатся обстоятельства, что эти люди могут за что-то получить. Сила ваша будет заключаться в том, что вы... берете бразды правления в свои руки. Здесь как дорога какая-то может быть, поездка. Оставьте все плохое позади. Все. Отпустите. Вот отпустите что-то. Отпустите тревоги, переживания. Отпустите это. Не зацикливайтесь на этом. Все. Стрельцы. Карта дня для вас. Стрельцы, вполне вероятно, что будут думать по поводу какой-то дороги, и, скорее всего, что эта дорога будет такая, знаете, как тихая. То есть вы по-тихому можете куда-то поехать, пойти, то есть вот отправиться в какой-то путь. Это что-то может быть неожиданное, в принципе, то, что вы не совсем как бы планировали, или, может быть, вы планировали, но не на этот день, а получится так, что вы вот в этот день поедете. То есть тут какая-то будет у вас деятельность, но такая, которую вы постараетесь не особо афишировать. Да, то есть вы будете заниматься какими-то делами, какими-то документами, но знать об этом будут только избранные какие-то люди. Но сила ваша заключается в том, что вы знаете, какой дорогой идти.
прислушайтесь к тому, что вам будут говорить, прислушайтесь к каким-то знакам, которые будете получать свыше. Козерожки, карта дня для нас. Так, ну для козерожек тут будет какая-то перемена, трансформация, что-то в вашей жизни будет меняться. И знаете, так как было раньше, уже не будет. То есть какая-то перемена, но в лучшую сторону. Хороший день для того, чтобы что-то проанализировать, что-то обдумать и принять важное решение. Действовать вы будете не одни, совместно с кем-то. То есть у вас будет человек, который вас во всем поддерживает. Это ваш компаньон какой-то, напарник, партнер. И вот совместно вы добьетесь успеха. Да? Сила ваша в коммуникабельности, в том, что вы умеете договариваться. Расслабьтесь, не старайтесь себя как-то слишком напрягать. Действуйте поэтапно, всему свое время, все получится. Да что ж такое, Водолей, карта дня для вас. Для водолеев тут какие-то хитрости могут быть. Знаете, кто-то будет вам завидовать. В вашем окружении есть такие люди, которые смотрят на то, что у вас есть, и не могут с этим смириться просто. Ну вот завидуют они вам и все. Хотят иметь то же самое, что и у вас. Поэтому будьте аккуратны по отношению к тем людям, которые вас окружают. Слишком много завистников. Да, ну вот они, эти люди, могут создавать вам какие-то трудности, препятствия, преграды. Постарайтесь особо не откровенничать. Сила ваша заключается в том, что вы знаете, кто ваш друг, а кто ваш враг. Совет. Ну, будьте аккуратны. Не доверяйте тем людям, которым, вот, знаете, которые вам кажутся скользкими такими, да, то есть вот, что-то вас может смущать. Поэтому... Водолеи, вы знаете, как вам быть. Рыбки, карта дня для вас. Так, ну у рыбок будет какая-то конкуренция, от которой вы тут откажетесь. То есть, знаете, какое-то количество, большое количество мыслей, идей, и вот все хочется, и как будто хватаетесь одновременно за разные дела. Потом в определенный момент вы подумаете, да, ну зачем оно мне надо? Все. Никакой суеты. Вы как будто для себя определите, что вам конкретно нужно, и вот этим делом вы и займетесь. А участвовать в каком-то балагане вы не захотите, вы откажетесь от этого. Вы скажете, что извините, нет уж как-то без меня. Вот. Я буду заниматься тем, что нужно лично мне, а не буду ориентироваться на тех, там, кто вам что советует или предлагает, или в чем-то вас убеждает. Да, вы напишите что-то свое. Новое, у вас как начнется новая глава вот в вашей жизни. Что-то будет меняться, но в лучшую сторону. Сила ваша в принятии, в терпении, в смирении. Совет. Защищайте ваши интересы и ваши личные границы. Вот такой у нас получился с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго вам.